очень просто. Сейчас я продемонстрирую на нескольких примерах. Начнем с самого простого. Очистка овощей. Берем морковь, делаем несколько продольных срезов. Обратите внимание, снимается аккуратная тонкая стружка. Морковь хорошо очищается. Таким же образом можно очищать картофель, свеклу, огурцы, кабачки, яблоки и другие овощи и фрукты. Для приготовления салата в машине борщи используется капуста. Также на примере кочана капусты показываю, как можно ее шинковать. Тоже делается быстро, просто, обратите внимание. Снимается аккуратная, ровная соломка. Чтобы превратить овощечистку в шинковку, в комплекте прилагается специальная планка. Вставляем одно в другое, и шинковка готова к работе. Также на примере моркови показываю, как можно шинковать. Тоже делается быстро, просто, обратите внимание. Получаются такие аккуратненькие, ровненькие кружочки. Также в комплекте имеется специальный разделочный нож. Обрабатываете ножом овощи, фрукты, можно получать замечательное украшение к вашему столу. Каждая овощечистка комплектуется инструкцией, где наглядно на картинках показаны все ее возможности. Можно смотреть, сравнивать, повторять. Иногда очень интересные штуки в результате получаются. Напоминаю, стоимость всего 100 рублей. Всегда будет нужна на кухне. Может стать недорогим, хорошим подарком. Итак, кто заинтересовался, пожалуйста. Красивая девушка московского метро. Thank you.
сейчас будет хорошее освещение. Сейчас мы вам подсветочку дадим. Поздравляем с вас 18-летием. Спасибо. Здоровья, счастья, успехов. Смотрите себя на YouTube. Ну что вы скажете своим друзьям? Расскажите что-нибудь им хорошего. Спасибо, что они у меня есть. А сколько был человек-то? Нас было 7 девчонок. И, а ребята, были ребята? Не было. А что такое? А зачем ребята? У них какие-то проблемы или что? А вот там у них... Нет, ребята с детьми сидят дома. А, хорошо. А детям сколько годиков-то? Кому сколько, всем по-разному. Кому минимально? Три, кому год и месяц. Ага. А кому поболее, да? Да. У кого двойня, у кого тройня, да? А у кого пятерня? Пятерня. Ну ладно. Ладно, нормально. Что пожелаете маме? Маме? Пожелаю всегда оставаться красивой, молодой, здоровой. И богатый. Деньги в наше время не главное. Да. Богатство сейчас в нас. Thank you.
позволь. Thank you.
Следующая станция Павшинская.
Концерт от Анны Филонова. No, I'm not going to put my internet name on there. Sorry. Осторожно, двери. Oh, I have a phone call. Следующая станция — Белорусская. Уважаемые пассажиры,
Будьте взаимно вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. We're just getting off at the next stop. Yeah. Бросает на перрон по пути всякую грязь.
Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция Строгино.